Красиво они придумали. Я от Эндера даже не ожидала. Мираби говорит, что это Эндер. И несколько баллонов лопнуло. С днем рождения, Мари! С днем рождения, Мари! С днем рождения, Мари! Поздравляю тебя! Хотела снять нашу именинницу, она уже съела гамбургер. Сегодня все ее желания исполняются, да? Ну, что она захотела, то и будем делать. Поздравили ее с утра бабушки, все поздравили. Сейчас пьет чаек, она моя девочка. Что Маре подарили? Маре решили подарить не игрушки, а какие-то... Она уже же взрослая у нас, поэтому подарили карандаши с разукрашками. И Маре будет рисовать и разукрашивать. Я, значит, вот так готовлю 3 чая. Ну, завариваю один такой специальный пакетик. И вот такое сделала. Яйцо, колбаска. Тут такая колбаска. Тут такая. Прожарила все. Пицца такая для деток. Несмотря на то, что бабуля больная, она вот сделала такое вот блюдо, приготовила. Там картошка, кабачки чуть-чуть. Болгарский и баклажаны и курица. И решила сегодня сделать так. Я приготовила также тесто из йогурта на пиццу. Сейчас нарезаю, а сейчас покажу вам такую сладкую картину. Мои 4 зайчика. Дур Тавшан. Все хрустят, все едят. Вкусная морковка? Дашки, вкусная морковка? Очень, да. Очень даже, ты мой золотой, мои сладкие зайчики. Шарики постепенно лопаются, исчезают, дети играют. Эндер. Все дают ему. Еще хотите? Ну хватит, витамины чуть-чуть. Ну а я пошла на кухню. Друзья мои, сегодня я чувствую себя, конечно, получше, но... Где мой сын? Где мой сын? Сидит. Мой сын читает «Достижение максимум». Наконец-то мой сын учится, как жить правильно. Да? Очень классная книга. Еврей, сдам тебе ее, и будешь читать ее, перечитывать. Вот я один глаз накрашен, другой нет, забыла, иначе растерла. Очень сильно потею. Очень сильно один накрашенный глаз, один нет. Как я вам? Смешная такая. Какая есть, такая есть. Я... Показываю всю вам, какая есть. Да, приходится переодеваться очень часто, но Бог дает мне силы. Все поздравили с утра Мари, позвонили. Мама плакала вчера. Я не хотела маме рассказывать о том, что я заболела. А Мари сразу, бабуля, говорит, плохо, уколы сделала себе. И она говорит, всю ночь я не спала. Как мне помочь тебе? Я говорю, отдыхай, ты же хотела этого, чтобы я забрала детей. Вот и все, отдыхай сейчас, наслаждайся жизнью, мне помогают здесь. Вот Эндер пошел там, сейчас в магазин кое-что купил тоже, сейчас пойдет скоро за тортиком. Ну, когда будет пицца, это много не готовим. Сейчас я вообще не так ем, не знаю, что сама. Что-то лишь бы положу ради лекарств. Ну так, друзья мои, мы сильно справимся. Будем праздновать день рождения внучечки. Если будет сильно, просто выйдем вот здесь недалеко, погуляем. Друзья мои, пицца готова, курица готова тоже, сейчас буду резать, нарезать. У нас такое произошедшее, Господи, у нас что-то происходит в последние дни, пипец, расскажу вам потом. Сейчас скоро у меня смертельное, я так красиво стянула, волосы мне бабуля сделала. И у меня скоро сомнение. У меня сегодня сомнение, да? Так, Дэми, Ирма.
И... Идите, я вас одену там. И торт уже принесли. Представляете? Пошли, пошли, быстро оденем красивое платье. Скорее. Эй, здравствуй. Ирина, на принцессу. Сейчас попробуем. Давай сейчас закроем пойдет. Здесь. Пойдет. И оденется. И еще моя сестра и брат. Сейчас моя сестра идет одеваться, потом мой брат должен одеться. И сегодня у меня хороший день, и мой брат говорит, почему только у тебя день рождения? Вот потому что у них уже был день рождения, а у меня не был. И у моей сестры была. А где вообще не был? У меня будет, потом моей подруги Нине, потом Мираби, потом мою маму. Сейчас вспомнила про месяц. И потом мою бабулю, потом Катю и мою дедушку и Серго. И мою бабулю, конечно, вторая. У меня три бабули. И у меня было четыре бабули. А сейчас пропала. Она умерла. И сейчас я иду по дому. И мы сейчас с вами будем разговаривать. И, ребята, спасибо вам огромное, что у меня... Проставляли темное чтение. Вас тоже проставляю. День хороший сегодня. И мои братья и сестры, что я сегодня хочу, то я сделаю. Потому что это мой день. И я сейчас спела одну песенку Happy Birthday to you. И все. Happy Birthday to you. Happy birthday, Мария. Мария. Вот так вот было написано. И потому что на телевизоре тоже написано вот это. И всем пока-пока. Мне сейчас порукает бабуля, что я снимаю. Ну, она знает, что я снимаю, потому что увидела. И мне вообще не будет кричать, как я... Вы помните, когда я потом снимала видео? А я сейчас туркетти, ура! Я пришла туркетти. Всем пока-пока. Новых встреч, всем пока-пока. Время. Посмотрите, короче, сделали фотосессию. Дети хотят кушать. Ура! День рождения моей дочечки. А что мне надо кушать? Покажи волосики, бабуля, как сделала. Ой, красивый. Посмотрите, какой тортик у Мари. Ну, это мы будем все зажигать без вас. Скромненько, бабуля, то, что больная. Наша принцесса Ирмочка. Лохматая такая, бабуля сколько раз ее расчесывает. Ну, как получается. Все. И посмотрите мои видео, что я на балконе сняла, все рассказала и... Потом. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ты помнишь, где ставилась?
возле Мари. Тебе счастья, здоровья, счастливого детства! Ура! Мари родилась! Друзья мои, мои Маруси, всем! Ура, ура, ура! Я загадала желание! Ура, ура, ура! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, с днем рождения! Поздравляю тебя! Ура! Ура! Ра-ра! Бабуля не может танцевать! Ла-ла-ла! Та-ра-ра-ра! 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 Ла-ра! Я в глазах это, папа! Прыгай, бабулина! Бабулина, родная моя! Я в глазах на тобой! Знаешь, внучечка? Блин! Ты моя взрослая девочка! Вот так? Ура! Мари порезала! Мари, ура! Ой, друзья мои, что не сделаешь ради любимых внуков. В каком бы состоянии я не была. Вот как они играют. Вышли вот в наш дом и решили на час выбежать с ними. Мы тут распорядились. Видите, я тут отдыхала, немножко полежала. Никого в парке уже нету, кроме нас. Интер разошелся. Смотрите. Интер куда заходит вместе с ними? Осторожно! Ребята, а вы знали, когда надо осторожно быть? Посмотрите, посмотрите. Если вы катаетесь... Посмотрите, осторожно. Если ваш... Маль, отойди, отойди. Смотрите, на него на дедушка. Если у вас доченька, то осторожный будь своим дочкам. Если она встает, то неаккуратно, она может сальто делать. И голову поломать. Я так села, чуть голову не поломала. Да, она, представляете? И мне боженька помогла. Да, моя девочка. И еще и дома упала. А, и дома упала сегодня. Представляете, сейчас сколько мне их, они все такие грязные, опять их купать на таком драконе. Сколько у них энергии, эти мои дети не устают. На Эндера посмотрите, куда залез. Ашки, я ваша. Хоть накричаться здесь. Ашки. Смотрите, куда он. Мари довольна сегодняшним днем рождения. Опа! Второй. Третья боится. Вот, Таня, приехала. Вот наш дедушка. Сегодня он разошелся. Целый день тоже возился, ходил. У нас же испортился нагреватель воды. То есть я купала там, и мне тут что-то током долбануло. И он быстро снял. Видно, тот старый был. Пошел, купил новый. Сам поменял.
Потом торт пошел, принес. Ну все, давайте, все, пошли домой, хады. Хады, закроют сейчас, закроют. Закроют парк, никого нету, никого в парке нет. Хички, хичким сайок. Давайте, давайте, одевайте обувь, быстро. Парк капанды. Закрывают, Ирма, мы пошли. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.